только мы отплыли на лодке от пляжа, начался шторм. Произошло это внезапно, но ветер был попутным, поэтому мы решили путешествие не прекращать. И шторм благополучно преодолели благодаря вот этой героической женщине-викингу. Посмотрите на нее внимательно. Она ничего не боится. Наконец мы прибыли в ангельскую порту. Хоть мы с тобой сегодня шторм на море выдержали, пока сюда шли. И вот такую красоту потрясающую увидеть. Сюда людей возят за $50, чтобы это все поглядеть. Мы с тобой, как настоящие русские люди, решили все это дело получить бесплатно. Правильно? Все-таки хорошо? Спать хочу. Спать хочешь? Нет. Надя, ну какой же сон. Видать, тут надо любоваться красотами. Почему эта бухта называется ангельской? Не только из-за неописуемых красот, которые вы здесь увидите, от этих райских островов, но и потому, что в любой шторм здесь тишина. Вода голубая, абсолютно прозрачная. Я плавал с маской и на глубине 10-15 метров видел каждый камешек. Но в плане рыбалки меня здесь постигло разочарование, потому что в воде я не видел ни одной приличной по размеру рыбки, одни мальки. Сегодня уже 15 октября. Вот мы с Надюшей приплыли в эту чудесную лагуну. Такие красивейшие места. Достархан. Да, достаем Достархан, будем завтракать. Вот красотища какая, вообще неописуемая красота. Она просто неописуемая, эта красота. Везде шторм, мы прошли через волны высотой до 2 метров. Я, Надюша, правда, об этом не говорил. И теперь мы находимся в этой прекрасной, чудесной, красивейшей лагуне. Как мало, булочки есть. После любования красотами ангельской бухты с воды мы произвели высадку на берег, где решили отдохнуть несколько часов. Полное умиротворение, тишина, красота. Два километра от ангельской бухты, и вы в Фаселисе. Когда мы приплыли туда на лодке, и иностранные туристы, я имею в виду туристов из стран Евросоюза,
и турки обалдели, увидев нас. Мы только потом узнали, что посещение этих прекрасных древних развалин платно, вход стоит $8. А мы с воды попали сюда бесплатно. Конечно, это не столь большие деньги, они у нас были, я готов заплатить, но было уже поздно. Мы обошли все достопримечательности в Фасылисе и решили отправиться в обратный путь. Но на море продолжался шторм, поэтому мы приняли решение идти пешком через гору. В 60-летнем возрасте идти 15 километров через горы с лодкой весом 10 килограммов трудновато, тем более началась жара в полдень. Температура была около 35 градусов. Но мы с моей любимой женой викингом Надей люди тренированы. Поэтому переход занял у нас примерно 3-3,5 часа. И мы не пожалели о том, что его совершили. Вот посмотрите, какими красотами мы полюбовались. Той же Ангельской бухтой с высоты птичьего полета, райскими островами, до которых из-за шторма так и не смогли дойти на лодке. Местность очень красивая. Горы потрясающие. Мы остались довольны, и наконец мы дошли до Чемьювы и до ее прекрасного пляжа, где смогли охладиться в прохладной воде. Турки недаром пролили море своей крови и крови других народов, чтобы поселиться в этом райском уголке и превратить его в свой дом.